связано, великий и ужасный. О, прекрасный. Спасибо. Алекс Киддл преподает и делает визуализацию сам, знает, что есть анимация, тоже делает, и 3D все. И освещение, да, если я не ошибаюсь. Об этом и во всем. Алекс, прошу. Спасибо. Просто. Я тоже подготовил бумажку, чтобы по ней там что-то посмотреть, но, честно говоря, я ее потерял. Поэтому мне придется рассказывать вам просто так. Так что, если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, и я буду корректировать свое выступление. Можно выключить, да? Ну, вы вообще... Сейчас просто видно экран. Когда на камеру ничего. Ну, значит, сразу скажу, что мои темы не столько даже визуализация, сколько анимация и освещение. То есть я профессионально занимаюсь освещением. Мои дизайн-концепции на многих зданиях, правда, я с достаточно крупными объектами работаю в основном. Коттеджи – это как бы не мой уровень. Вот. Но в целом я хочу начать сначала с анимации, потому что мне это больше всего нравится и, ну, как сказать, меня от этого прет. Вот. И хочу сразу вас спросить, скажите, вот кому-нибудь хочется узнать, ну как бы, то есть хочется подвигать эту картинку, хочется посмотреть, что там слева, справа, сверху или внутри? Всегда хочется подвигать. Хочется? Давайте поднимем руки, да? Вот и мне вечно, на любую картинку я смотрю, мне всегда хочется узнать, что ж там дальше будет, куда там чего. Можно запустить? Это достаточно простая анимация на самом деле. И я хочу сразу вот начать с того, что у многих есть ну, как бы такая мысль или такое мнение, что анимация это очень сложно и особенно очень сложно с технической стороны. Вот у кого такое мнение, что это вообще без рендер-фермы это сделать абсолютно невозможно. Но вот я вам специально